Новая дорога в микрорайоне Новая Самара нужна как воздух, убежден местный житель Андрей Весенко. Сейчас на мехзавод по делам и к друзьям он добирается в объезд по магистрали. Новая дорога не только сэкономит время, но по ней в поселок поедет общественный транспорт, а значит добраться до школы будет удобно и быстро. Учебные заведения на 1200 мест обещают построить в 2020 году к 1 сентября по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Основная масса жителей – это жители с маленькими детьми. И дошкольного возраста, и школьного возраста у нас, и старшая дочка в школу ходит, маленький в садик. Поэтому в перспективе нам очень нужна и школа, и дорога. Как бы живем в 21 веке, поэтому надо идти в ногу со временем. Двухполосная дорога протяженностью почти в 1,5 километра соединит две самые важные транспортные артерии Самары – Московское и Красноглинское шоссе. Рядом с ней с двух сторон появятся парковочные карманы и тротуары, остановки общественного транспорта и освещения, дождевая канализация. До этого протянут сети водоснабжения и водоотведения микрорайона. Дорога имеет большое социальное значение. Она пройдет вдоль территории и будет подходить к школе. Поэтому там будут безопасные переходы, лежачие полицейские. То есть она будет полностью безопасной, но эта дорога очень нужна, потому что в эту школу будут ходить не только дети микрорайона Новая Самара, но и дети с мехзавода. Строительство транспортной артерии начнется на следующей неделе, а ближе к новогодним праздникам по ней уже поедут первые автобусы. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.